Так, что произошло? Произошло следующее. Открутились два болта, которые держат вот эту пластинку, которая не дает распредвалу вылезти наружу. Вот так вот она должна стоять. Должна прикручиваться двумя болтами. Болтов не было, эта штука вот так тут гуляла. Вот здесь ее проела шестерней. Ну, тут износ тоже как бы. Даже блок она потерла немножко. Вот. В общем, что надо сделать? Надо посмотреть вот здесь, почему зазор. В общем, стук отсюда был. Так вот. Крутилось, видимо, недавно. Но успела проесть. А проела оно. Вот. Вот она проела шестеренку. Здесь проточка для масла. Проела где-то миллиметр. Нет, ну полмиллиметра. Вот. Вот так вот это все крутилось. Как вздумается. Будем лечить.